Свет, камера, мотор. Большая команда медиахолдинга СТВ пополнилась новыми участниками. Попробовать свои силы в журналистике решила Елена Воронцова. Южно-Сахалинке всегда интересны последние новости. Елена читает статьи, смотрит репортажи и слушает радио. Поэтому женщина и подала заявку на участие в проекте. Вместе со съемочной группой Елена отправилась на медиасаммит, образовательный интенсив для представителей СМИ. Там женщина и увидела всю внутреннюю кухню журналистики, познакомилась с другими корреспондентами и взяла интервью. Я, конечно, волновалась, потому что для меня первый раз, но всегда хочется что-нибудь нового познать, увидеть. Вот. Поэтому я очень рада, что меня пригласили сюда. И очень интересно, я там участвую, беру интервью. Для меня это все в новость. Все очень здорово. Стендап для Елены – искусство непростое. Женщина с камерой никогда не работала, но преодолела свой страх, взяла в руки микрофон и рассказала о мероприятии, где ей удалось побывать. В Южно-Сахалинске второй день проходит медиа-саммит. Проходит он в бизнес-центре столицы. Здесь собрались корреспонденты со всех регионов нашей большой страны. А в студии радио СТВ к микрофону прикоснулась Евгения Зонова. Не испугавшись ливня, девушка приехала в Южно-Сахалинск из Корсакова, чтобы провести прямой эфир. Вместе с ведущим Евгения прочла прогноз погоды, рассказала о себе и выбрала песни для слушателей. Девушка с детства мечтала попасть в студию, и жизнь предоставила ей эту возможность. Сейчас Евгения погружена в быт и воспитывает 4 детей. Шикарно. Ну, то есть, это прям такая атмосфера царит. Мощная энергетика, так бы я описала. Ну, то есть, не знаю, ну, как это лучше выразить. Мощно, то есть, такая энергия закрученная. Ну, то есть, интересно, очень любопытно, здорово. Проект «Команда СТВ» продолжается. Принять участие может любой желающий. Для этого достаточно прислать заявку на WhatsApp до 29 ноября по телефону, указанному на экране. Если вы хотите попробовать себя в роли журналиста телеканала СТВ, напишите сообщение «Хочу на телек». Если же провести эфир вместе с ведущими «Хочу на радио». А зарплату выдадим подарками. Партнер проекта – специализированный застройщик «Артель». Компания возводит жилые комплексы, один из них – «Зеленая планета» в Троицком. А все детали касательно участия можно найти на сайте stv.ru. И в эфире радио. Не упустите шанс увидеть закулисье работников СМИ, получить незабываемый опыт и возможность уверенно заявить, что вы часть нашей большой команды. Полина Семенчик, Александр Шляков, Руслан Ширяев, телекомпания АСТВ.